Здравия желаю, Фиора, вас приветствует Рускиви из Новой Зеландии. Я хочу поделиться радостной вестью. У нас произошла отставка премьер-министра Новой Зеландии Джона Ки. Вот он. Вот он. А это Винстон Питерс, наш лидер. Это еще после Брексита он заявил. You is next. То есть ты следующий. Очень приятно узнать о том, что твой враг ушел, убежал с поля боя, даже не вступив в него. Это здорово, потому что он освободил место для нашего лидера, Винстона Питерса. Так, вот мы сегодня 11 декабря, отставка произошла 5 декабря 2016 года. Причем она случилась как бы неожиданно, случайно, даже для самой партии, его ближайшего окружения, этих министров, правительства. То есть вроде бы премьер-министр был на взлете своей карьеры, вдруг раз внезапно передумал, решил заняться семьей. Ни с того, ни с сего, ничего не происходило. Вот это очень интересный пример шаманской магии, которую, так сказать, похоже, здесь имеет место быть. Ну, мы-то решили убрать это правительство еще в самом начале года. Причем план этот совершенно легальный, так сказать. Мы готовим выборы и готовим нового лидера. Совершенно другую партию, совершенно другого человека. Но, а что предшествует, предшествовало этому, я хочу дать отрывок из моего первого блога, который посвящен действиям правительства с государственными домами, вот. И я предлагаю его сейчас для этот вас. Этот дом я получил как работу социальной сферы от государства. Это государство квартиры, то есть так же, как в Советском Союзе, давали всем квартиры. Причем мы бюджетники, получали эти дома. Я его обихаживал, облагораживал, ремонтировал. А теперь меня как собаку хотят выбросить на улицу. Ну, у них ничего не получится. Хотелки-то они большие имеют. Да вот только у Мишкам слабоват, чтобы их реализовать. Сейчас столкнутся с нами. С русскими казаками. С хутором Глухов. Да, казаки-то еще ладно. Казаки это... Казаки казакам розы. А вот знание эгрегориальных и матричных типов управления, которые доступны шаманы из нашего, вот это, конечно, сможет решить вопрос. Да, кстати, ни черта у них не получится, просто потому, что мы будем приводить к власти сейчас вот этого человека. Это новозеландский Дональд Трамп. Зовут его Уинстон Питерс. Зовут его Уинстон Питерс. Здесь написано «Peter believes it's his time. Leader's message». Ну, если сказать, что он по харизме в Новой Зеландии нисколько не уступает Жириновскому, то ничего не сказать, потому что, в отличие от Жириновского, он не демагог, а очень мощный и уважаемый политик с 30-летним стажем, как минимум, по крайней мере, я знаю, вот он команда, все наши люди. Получил я нашу газету.
Это следующее правительство Новой Зеландии. Наш сосед, он тоже член этой партии. Наш районный, так сказать, председатель нашего районного комитета. Я его зам. И, в принципе, вот что мы будем делать. Как говорят круги, близкие к Джону Ки, он принял это решение еще в сентябре этого года. Как раз в то время, когда наша конференция партии New Zealand First имела место в самом начале сентября. И как раз на то конференции мы выдвинули нашего лидера Винстона Питерса на следующие выборы в качестве нашего лидера. Это выглядит так же интересно и чудесно, как если бы, узнав, что Дональд Трамп был выдвинут на конференции National Party баллотироваться в президенты США, Клинтон убрала бы свою кандидатуру из кандидатов от Демократической партии. Верно сказано, чудные дела твои, Господи. Итак, вы смотрите программу новозеландского телевидения, посвященная нашей сентябрьской конференции, конференции нашей партии. Слушайте внимательно. Это я. Играю у входа на гармошке. From the party's best ever election result, Winston Peters says it's time to win more seats than ever before. And, like in the 1996 and 2005 elections, he wants National and Labour dancing to his tune. We will be the party that they will have to talk to, not the other way around. New Zealand First is going after safe national electorates. Far right. The Whanganui or Whanganui, depending who you're talking to. He says voters have run out of patience with National and Labour. They've been going between Pepsi and Cola, older Pepsi, Tweedledum and Tweedledum, election after election. This time they're going to get a real choice. But if Winston... Правильно, молодец, Винстер. Врежь им, козла. Otherwise, I'm not personally interested in going on and nor would my party be. Come again, at 71, is Winston Peters finally considering retirement? Oh, look, it's in there. No. Any man who sets his hand to the plow and then looks backwards is not fit for the kingdom of heaven. No. But with an election ahead, these party supporters will... Человек, который положил свои руки на плуха и горенулся назад, недостоин царства Божия. Говорит, ну туда он не пойдет. Ретайм. Вот так. Well, with Winston Peters, you never really get a straight answer. Certainly, there's no question. Правильно, что же он вам дуром будет рассказывать о своих планах. Так он вам рассказал. Великий лидер никогда не рассказывает о своих планах. You've got Shane Jones waiting in the wings. He's the ex-Labour minister and he's serving out his term as a diplomat. And he finishes that in May. And the speculation and the expectation is that he will stand in that Whangarei seat that New Zealand First so desperately want to take off National. Ну, правильно, к нам прибегает уже из других партий. That's right. The education spokesperson Tracy Martin announced a free tertiary education policy. Да. She has costed it almost $5 billion. Tracy Martin, наша MP для... по образованию, она будущий министр образования в Новой Зеландии, которая восстановит бесплатное образование, высшее образование в Новой Зеландии, которое было до 80-х годов. Итак, путь на пост премьер-министра для нашего лидера Винстона Питерса расчищен, и путь правительства нашей партии гораздо облегчен. Поэтому
по щучьему велению, по моему хотению, Уинстон Питерс, новый премьер-министр Новой Зеландии в 2017 году.